Доброго времени суток! Сегодня мы приготовим вкуснейший торт «Монастырская изба». Количество ингредиентов и пошаговый рецепт вы найдете в описании под видео. Муку просеять и высыпать на стол или в миску с широкими бортами. Замороженное масло обвалять в муке и натереть на крупной терке. Натертое масло с мукой перетереть в крошку. Добавляю соль и холодную сметану. И собираю тесто в комок, не вымешивая его. Тесто разделить на 5 равных частей. Каждую часть присыпать мукой, выложить на блюдо и обмотать пищевой пленкой. Тесто охладить в холодильнике минимум 1 час. У меня вишня замороженная, без косточки в собственном соку. К вишне добавить сахар. Поставить на огонь и прокипятить от 3 до 5 минут. С помощью сита удалить лишний сироп, таким образом при выпекании трубочек вишня не даст много влаги. Охлажденное тесто раскатать в прямоугольник со сторонами приблизительно 25 на 30 сантиметров. Раскатанное тесто разрезать на 3 полоски, у меня 7 см в ширину и 30 см в длину. Разложить ягоды в длину. Вишню накрыть тестом и закрутить в трубочку. Край по длине смазать водой и таким образом тесто приклеится к стенкам. Защипнуть только концы бревнышка. Выпекать трубочки при 180 градусах Цельсия 15-20 минут до золотистого цвета. Для крема использую сметану 15%. Ее заранее необходимо отвесить. Сложить марлю в несколько слоев на дуршлаг и выложить сметану. Выдержать от 6 часов. В сметану добавить ванильный сахар и сахарную пудру. Сначала перемешиваю ложкой, чтобы пудра не поднялась в воздух. После взбиваем миксером 1-2 минуты. Блюдо для торта смазываю кремом и кладу 5 бревнышек.
хорошо промазываю кремом. Далее кладу 4 бревна и снова обильно смазываю кремом. После 3 бревна и крем. Два бревна с кремом. И на самый верх одно бревно, самое ровное и красивое, которое я выбрала заранее. Обмазать избу обильно кремом со всех сторон. И убрать в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался, минимум на 9 часов, лучше на ночь. Оставшийся крем лучше сохранить, так как в холодильнике изба может немного заветриться или подсохнуть, а оставшимся кремом можно обновить бока торта, чтобы шоколадная стружка хорошо приклеилась. Благодарю за внимание. Всем удачи!